Никто не должен оставаться один, и никого нельзя бросать. Потому что когда ты один, у тебя нет ничего и никого, и тебе очень плохо. Одну известную фразу, похоже, забыли. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Добрые поступки давно под слоем пыли. В этом мире людей, в этом жестоком мире. За что скажи, почему ты так со мной? Я же не игрушка тебе, я ведь живой. Давно не ел и пил только воду из лужи. Не понимаю, как мог стать никому не нужным. Злость, обида, холод, все в одну кучу. Согревала душу только его кличка Лучи. Он шел по улице и все-таки верил. Верил в то, что люди станут немного добрее. Это братья наши меньшие. Так мы называем домашних животных. Почему же они оказались на улице? За то, что не породистые? Или за то, что портят дорогую мебель? А может, просто хозяину надоела живая игрушка? Здорово, что есть другие люди, которые помогают бездомным животным. Вот здесь, за зеленым забором, на окраине города-городца, живут те, кого бросили хозяева, и те, кто родился на улице. Гостям здесь, похоже, рады. Все, наверное, не с пустыми руками сюда приходят. Вот налетели. Боятся, наверное, без вкусняшек остаться. В городецком приюте для животных «Остров Надежды» живут 40 собак и 20 кошек. У каждого питомца своя история. Бориса добрые люди привезли сюда с дороги со сломанной лапой. В Нижнем Новгороде ему сделали операцию. Сейчас в лапке у него пластина. Операция обошлась в 10 тысяч рублей, не считая лечения. А вот кот Вася пришел в приют сам и первое время жил с собаками. Каких-то животных сюда привозят сами хозяева. Временные попечители или просто случайные люди. Не выбрасывают на произвол судьбы, не проходят мимо. И то хорошо. Больше здесь, конечно, бесхозных питомцев. Не только из городецкого района. Есть из Балахны, из Дзержинска и других городов. И забирают их отсюда кому-то домой очень редко. Здесь животным, конечно, неплохо. Накормлены, ухожены, в тепле. У них у всех есть свое место, как в общежитии. И одна на всех главная хозяйка и кормилица – Елена Владимировна Кокунина, с которой мы сейчас и поговорим об этом большом семействе. Зачем вам такие хлопоты? Интересный вопрос. Я его и сама себе часто задаю. И как-то у меня нет такого ответа на него. Видимо, надо как-то вот было этим заняться. Что животные – это самое... беззащитные и самые обездоленные в нашем обществе создания. В чем приют сейчас наиболее нуждается? Самая большая проблема – это люди. Конечно, очень трудно найти людей, которые бы могли посвятить целый рабочий день в приюте, а животных уже достаточно много. Это невозможно прийти вот вечером за 2 часа и всю работу сделать. И просто так с улицы человек тоже не справится, придет. Самая главная проблема – это люди, которые действительно любят животных и могут справиться вот со всем нашим хозяйством. А деньги? На что вы содержите такое большое количество животных? Деньги. Документы на размещение приюта, на разрешение размещения приюта готовились несколько лет. За это время, конечно, проводились акции. И я в своем магазине торговала цветами. Тоже для приюта на будущее. У нас скопилась какая-то сумма. Конечно, этой суммы недостаточно, чтобы жить постоянно теперь на эти средства. Проводим акции чаще летом. Зимой, конечно, таких акций не бывает. Ну, после человеческого фактора, естественно, финансовый вопрос – это самый главный в наших, вот сейчас, в нашей жизни. На что прежде всего деньги нужны? Ну, деньги нужны и на лекарства, и на питание, и... стерилизация тоже как бы требует затрат, несмотря на то, что она у нас бесплатная, все равно надо доехать до Нижнего. Ну, естественно, вот сейчас с приходом весны главные затраты – это строительство вольеров. Кто вам помогает? Помогают добрые люди. В основном, как бы, вот люди где-то, может быть, в группе о нас услышат, может, в разговоре где-то. Вот, в основном одноразовая помощь бывает от разных людей. Вот. Таких постоянных спонсоров у нас, конечно, нет.
на кого бы мы могли рассчитывать и дышать спокойно, что у нас все хорошо и мы обеспечены. Конечно, проблем много. Мы с ребятами из детской студии телевидения «Кадр» тоже решили помочь бездомным животным, у которых нет дома. Пока нет дома. Что будем делать? Как поможем приюту? Предлагаю провести ярмарку. Точно, сделаем сами поделки и будем их продавать. Предложим это и другим ребятам. Думаю, они будут не против. Кому продавать будем? Устроим праздник, подготовим концерт, пригласим гостей. Я только за. И давайте не терять времени. Сразу за работу. Так наша затея с ярмаркой переросла в благотворительную акцию под названием «Добрые руки». Руки, которые делают доброе дело. Ребята из отделения дневного пребывания Городецкого центра социальной помощи семьи и детям нашу идею поддержали. Сотрудники тоже, и закипела работа. И концерт готовили, и подделки для ярмарки. Кто дома вместе с родителями что-то мастерил, другие в группе работали с воспитателями. А у меня будет красивый котик. И мы его продадим на ярмарке. И за эти денежки купит собачкам и кошкам корм или домик. У меня будет красивая ваза. Надо помогать котикам и собачкам. Если у меня никто не купит вазочку, я ее подарю приюту. Я думаю, что она все купит. Мы же стараемся. Мне так жалко кисок и собачек, у кого нет своего дома. Я когда вырасту, заберу всех к себе домой, а пока мне не разрешают. Подделки для благотворительной ярмарки готовили и дети, и взрослые, и те, кто работает в учреждении, и те, кому учреждения оказывают различную помощь. Целый месяц трудились, и вот что из этого получилось. Для благотворительной ярмарки было изготовлено почти 80 разных работ. Все сделаны своими руками. И вот настал этот ответственный день. Сегодня в Центре социальной помощи семьи и детям проходит главная часть акции «Добрые руки» в поддержку бездомных животных. Вместе со мной здесь работают Алина Пелевина и Олеся Сметанина. Начнем с благотворительной ярмарки. Поговорим с ее участниками. И авторами работ, которые здесь представлены. Привет! Привет! Я Олеся Метанин, детская студия телевидения. Тебя как зовут? Алина. Скажи, что ты сделала для ярмарки? Корзинку с цветами. А почему ты приняла участие в ярмарке? Потому что я хочу помочь бездомным кискам и собачкам. Меня зовут Полина Зеленкова. Я для ярмарки сделала кошку из бисера и кошку из глины. Я пришла на эту выставку лишь потому, что считаю, что каждое животное должно иметь свой дом и не должно замерзать на улице. Добрый вечер. Детская студия телевидения «Кадр» Алина Пелевина. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Варенцова Галина Михайловна. Галина Михайловна, что-то купили на ярмарке? Да, конечно. Купила торт детям и котенка. Галина Михайловна, а почему вы стали участником этой акции? Ну, я тоже неравнодушна к животным домашним и бездомным. Жалко. У меня у самой собака и кошка. Люблю животных. Работа на ярмарке расходится быстро. За полчаса раскупили больше половины поделок. Кстати, почти все они изготовлены из подручного бросового материала. Но очень интересные. Для денежек сделана специальная копилка в виде домика маленького приюта для животных «Остров Надежды», для которого эта акция и организована. А сейчас всем пора в зал. С минуты на минуту там начнется творческая программа «Пушистый друг». В зале собрались все, кто готовил акцию в поддержку приюта для бездомных животных, и гости, давние друзья и помощники Центра социальной помощи семье и детям из различных учреждений и организаций. Мы показали свой видеоролик, который сделали с ребятами из детской студии телевидения.
Малыш, Пуговка, Сайка, Ричи, Серега. Когда-то, скорее всего, их звали по-другому, пока хозяева за ненадобностью не выкинули их на улицу. И оказались они кто крохотным комочком на помойке одной из баз отдыха на побережье Горьковского водохранилища, другой на городской свалке. Одна из маленьких жительниц острова Надежды, всеобщая любимица Маня, целую зиму скиталась по подвалам и подъездам, если повезет. А бывало, что ночами дрожала от холода, на морозе, на голом снегу, под какой-нибудь лавочкой. Брошенные, никому не нужные, голодные, холодные, в приют они попали самыми разными путями. Пышка, Сушка, Тишка, Муха, Найда, Жуля. 20 милых котят и симпатичных кошечек. 40 непоседливых щенков и вполне взрослых самостоятельных собак. Все они, без исключения, очень добрые и ласковые. Вот только глаза у них очень часто бывают грустные-грустные. Каждый, конечно, со своим характером и привычками. Кто-то более вальяжный и размеренный, другие забавные шалуны и непоседы. Одинаковы все они, и кошки, и собаки, и большие, и маленькие, только в одном. Всякий раз, завидев на территории приюта нового человека, они стремглав бросаются к нему со всех ног, кто быстрее. В каждом человеке бездомные животные видят своего будущего хозяина. А вдруг действительно повезет? Вот и хочется каждому из них первому лизнуть нежданного, но такого желанного гостя, и с надеждой заглянуть ему в глаза, словно говоря: «Смотри, какой я хороший! Я буду тебе верным другом! Я тебя никогда не предам! Возьми меня домой!» В творческую программу «Пушистый друг» входила также интерактивная игра «Что человек может дать животным?» и обращение ребят от всех бездомных животных о том, что они чувствуют, оказавшись никому не нужными. А еще ребята из отделения дневного пребывания подготовили шуточную сценку о проказницах-мышах, собаке и коте, у которых есть дома хозяева. Никого из участников акции не оставили равнодушными стихи, посвященные животным. Встанем за защиту братьев меньших, в обиду ни за что их не дадим. И численность бездомных мы уменьшим, характер дикий мягко укротим. Любовь подарим кошке и собаке, друзей пернатых нужно не забыть. Пусть счастлив будет зверь лохматый, запал, нас никому не победить. Творческая программа подходит к завершению, и наступает время подвести итоги благотворительной акции в поддержку приюта для животных «Остров Надежды». Скрывается копилка с собранными на ярмарке средствами. 10 тысяч рублей – такая сумма выручена от продажи поделок, сделанных руками участников акции. Все деньги переданы на нужды приюта для животных «Остров Надежды», его хозяйке Елене Владимировне Кокуниной. Так прекрасно, что у детей родилась эта идея. Это просто невероятно. Я даже не ожидала такого результата. Конечно, я была рада, что вот это главное было моральное, как бы, да, аспект, что мы задумываемся об этой теме. А то, что такую сумму удастся собрать, я даже и не предполагала на самом деле. Это сюрприз. Ну, что хочу сказать. Здорово, что мы здесь сегодня собрались, да? И надеюсь, что вот... Все, что дети сейчас и в стихах говорили, и вот эта замечательная сценка, все это оставит отклик, и все равно люди потом, проходя по улицам, да, те же дети, они уже будут задумываться, когда увидят кого-то. При том, что проблема, на самом деле, она громадная. И каждый день звонки поступают, и буквально сегодня нашли в мусорном бачке новорожденных котят. Елена Владимировна поблагодарила всех за помощь и вручила ребятам, которые готовили эту акцию благодарности, за активное участие в добрых делах. Детская телевизионная благотворительная акция «Добрые руки» завершена. Почему благотворительная, понятно. Детская, потому что провести ее решили дети. Многие ребята, в том числе и мы, были главными участниками этой акции. Телевизионная, потому что мы надеемся, что после нашей программы обязательно найдутся еще люди, которые захотят помочь приюту для бездомных животных. А кто-то, может быть, просто не пройдет мимо брошенного котенка или щенка, заберет его домой или хотя бы отнесет в приют. Ведь это братья наши меньшие, и они все очень хотят оказаться в добрых руках.